Всем привет, мои дорогие! Наступила весна, и совсем скоро наш женский прекрасный день, 8 марта. И я подготовила для вас несколько топовых мастер-классов, которые точно понравятся всем. Они очень легкие, все в монтаже, коротенькие, при этом с максимальной пользой. Если даже что-то будет непонятно, я на связи, можно писать мне, звонить, я подскажу в любой непонятной ситуации. Вот, смотрите. В общем, если вы когда-то пробовали что-то готовить, и у вас не получилось, или давно хотите попробовать, но все никак не находится время, вот, девочки, весна – это именно тот момент, когда нужно пробовать, когда мы просыпаемся и душой, и телом, так же, как природа после зимы, да? И я предлагаю вам все-таки начать именно сейчас. Не бойтесь учиться, вдохновляйтесь, радуйте своих любимых женщин, мам, бабушек, сестер, подруг. Такой подарок будет точно более ценен, чем просто какая-то вещь, купленная в магазине. Переходите по ссылке и выбирайте...